Приветствую всех на своем канале «Истории тетушки Анилак». А на дзене просто Галина Павлова. Шестой день нашего пребывания. Завтра последний день. Выходим из нашего отеля. Выпили кофеечек и идем в центр. Ольга сейчас будет опять нервничать. Ей надо вперед бежать. Ей не нравится, что я останавливаюсь. Слушайте, а так красиво, вокруг вечер, тепло, красиво, романтично. Посмотрите, в одном из своих роликов я вам говорила про эти полосатые зонтики, что они как паруса у яхты. Ну, красиво же смотрится все в одном стиле. И сейчас подсвечивается замечательно. В принципе, можно даже здесь сесть на шезлонг и полюбоваться на море. Хотя ничего уже не видно. А вот там вдалеке кораблик красивый плывет. Ну, только резкости нету, плохо видно. Гуляем по той же набережной, что и первый, и второй день. Но показываю вам рестораны, которые не показывала в прошлый раз. Посмотрите, как Паша называется. Два Паши одинаковых, близнецы. Красная дорожка, но просто царский бар, ресторан. Вот этот остров, на котором находится центр, скажем так, города, весь в огнях. Но камера плохо передает, резкости не хватает. Слышите, еще сверчки поют. Вот еще кафешечки прямо посреди деревьев, прямо на улице. Красота, я вам такое еще не показывала. В Бургере Кинге, как и у нас, народу полным-полно. Молодежь питается именно здесь. Ну вот мы уже пришли к этой горе. Это начало вот этого, видимо, старого города. Мы можем так сократить, а можем вот так. Нет, я вот так сейчас иду. Потому что здесь находится этот магазин. Надо налево смотреть. Посмотрите, KFC, сколько народу сидит. Вот в ресторанах пусто. Ну, не пусто, но так, малолюдно. А здесь вся улица запружена. Зашли в магазинчик, а здесь очень специфические платьишки. Все, как я люблю. Может, они не такие модные? Это не кроки, конечно, которые Кира любит. А я люблю вот такое. Льняного очень много, видите? А вот эта рубашка даже на меня бы налезла. Точно. Вот это мне нравится. Может, у меня плохой вкус? Ну, прям девочка-девочка. Ольга, тебе бы... Прикинь-ка, подожди, приложи к себе просто. Я буду цыганистая. Да, тебе как-то не очень. Вот все-таки восточные страны, они сохранили какую-то женственность в нарядах. Хотя носят они не такое, конечно. Но в магазинах у них можно купить красивые вещи, женские. Вот мы уже в самом-самом центре. Здесь очень красиво, очень много прогулочных зон, магазинчиков различных, деревья симпатичные, освещение, вот такие фонтанчики. Но вообще есть где погулять. Мечеть. Ее видно с фуникулера. Если я не ошибаюсь, то мы вышли на улочку, которая ведет к морю.
Вы посмотрите, как оживленно. А уже 10 час ночи. Ой, вечера. Так, Ольгу я уже не вижу. Я так устала бегать, просто сил нет. Завтра с ней в магазин уже не пойду. Я вот не знаю, где она, впереди, сзади. Куда мы бежим вообще? Мы что, опаздываем куда-то? Ничего не поснимать, нигде не остановиться. Атмосферу этого вечернего променада не передать. Вот не знаю, где... А, вон она, вижу. Устала уже. Ой, слушайте, а это как раз у подножия горы. Вот она, гора. Сейчас я вам приближу. Так мы еще только с этой стороны горы, представляете? А можно туда еще обойти, к Клеопатре. Фонтанов очень много. Это один из красивых. Мне нравится. Вода красивая, подсветка, наверное. Ольга опять бежит. Питейных, едальных заведений очень много. Красиво оформлены, приятно здесь посидеть. Но мы сидеть не будем, потому что мы после ужина. Хотя, кто его знает, может, завтра придем. А вот здесь корабли отправляются. Но здесь такое смешение, что ничего не понятно. Музыкальная лестница. Клавиши белые, черные. Все для отдыхающих, развлекалово. Ой, здесь такая движуха. С одной стороны, хорошо, конечно. Ой, красивая луна, только вам не передать. Жалко. Не передает камера. Мы купили духи. Ну, восточные, короче, непонятно какие. Дешевые разливухи. Но аромат. Идем довольные, пахнем так. Ой, красиво как. Музыка живая. Ой, какое красивое дерево. Фоточку сейчас сделаем. Вот на этой горушке, наверное, серия крутых отелей. А вот вам хочу показать дом прямо вот в турецком стиле. Видите, на таких подпорочках. В Грузии такие дома встречаются. Ой, а вон там крепость видна в глубине, куда мы с Ольгой забирались. Красиво здесь. Но здесь гулять не перегулять, столько всего. Специально здесь остановилась, чтобы вы послушали турецкую музыку. Здесь ресторан с живой музыкой. Видите, что я вам покажу? Стены древней башни. А на башне хозяйка сидит. Намывается. Гостей намывает, кстати.
Представьте, что это средние века. Никого нет. Вместо электрических ламп горят факелы. И я иду этими тайными тропами на башню. Кто я, не знаю. То ли я пленница султана, то ли я сама султанша, не знаю. То ли служанка какая-нибудь. И никого, представляете, здорово как. Так, с камерой что-то от влажности уже плохо показывает, плохо передает. Ольга моя куда-то делась, не знаю, куда, наверх, вниз. Ой. Какая здесь мостовая? Здесь, наверное, веками камни эти лежали. Слушайте, они острые уже. По ним ходить-то уже не очень приятно. Ой, тишина такая, мне нравится. Днем здесь, наверное, народу полно. Так, а Ольгу куда-то в горы потянула. Ух ты! Какие красивые виды! Шикарно! Вот, возвращается султанша или служанка султанша. Представляете, башня 13 века, построена в 1226 году. От набегов спасались. Успела записать. Идти прямо так резко. Что-то мне подсказывает, что там какой-то праздник. Наверное, свадьбу празднуют. Больно весело там. Пол одиннадцатого, дети гуляют. Мы вернулись на нашу набережную. У меня уже ноги не идут, руки дрожат. Народу полно, 10:30 с детьми. А потому что сегодня пятница. Завтра суббота, поэтому все отдыхают. У всех променад. А я так хочу домой, я так уже устала. Фу. Ой, какие ароматы. Вот эта травка, наверное, и пахнет, да, Ольга? Какая-то программа развлекает людей. Хлопают. Ну, что-то очень много пожилых. Ребята, мы, кажется, пришли. Моя скорость на нуле.
Бензин закончился. Батарейки сели. Еле-еле. На последнем дыхании. Ой, пахнет кукурузой. 12 часов уже почти. Сейчас я посмотрю, сколько. Ой. Нет, 11. Ой, 11 часов. Мы дошли до нашего светофора. Идем в номер. Мы нагулялись. Все, обошли пешком. Ой, но у меня сил нет. Ольга сказала, что она может еще туда и обратно. Но уже с другой скоростью, поменьше. А я никуда не могу. Я только в душ и на кроватку. Даже спать не хочу. Хочу поваляться. А завтра... Ой, что будет завтра? Но это я вам потом расскажу.